Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Demon Blaster. Так, давайте посмотрим, что у нас в кейсе. Начинаем. Силач М2, автомат, ракетница, кредиты, это хорошо, и бронебойные. В принципе, пригодятся. Все, кейсы у нас на этом закончились. Задание выполнено у нас. Ух ты, мы получили с вами еще один кейс. А ну-ка, давайте-ка глянем, что тут. Ага, гроза М2, топливо получаем для бензопилы, дробовик, батарея, три штуки. И опять же дробовик. Хорошо. Так, 4 хода у нас осталось, когда наш транспортник там вернется. Так, что мы можем изучить? Бонус к здоровью, да? Вот теперь я думаю, что ему взять лучше, а? Он у нас специалист по дробовикам. Ну, также они могут пользоваться и другим оружием. Так, пулемет. Ну, как-то не особо мне хочется его брать. Так, бонусы, бонусы. Ну, ладно, давайте, наверное, все-таки бонус к здоровью мы сделаем. Следующий уже будет 60 единиц. Ну что же, попробуем. Командос у нас, как говорится, выходит на тропу войны. Дельта Десант. Ребята, мы, по-моему, с вами открыли нового наемника. Так, батарея. Голем, новый монстр открывается. И центр связи, доступно для исследования. 17 уровень у нас. Но я, наверное, предлагаю вам посмотреть, что же у нас за новый наемник. Ага. Так, тут у нас пистолеты, это все понятно, это не то. Вот он у нас, Дельта Десант. Новый наемник. Он у нас плазмоганом получает бонус к такому оружию. То есть это вот эти вот разрушитель. 145 урона, неплохо, да? Так, и плазмоган 65 к атаке. 70. Квантовый генератор превращает монстров в слизней. Слушайте, ну я не знаю, хотелось бы, наверное, его попробовать. Что он вообще из себя представляет в бою? Дельта Десант в расположение прибыл, говорит Дельта Десант. Почти вовремя, пара мутантов все еще ждут тебя. Где бы мы ни были, мы в нужном месте и в нужное время, так говорят те, чьи честь и идеалы служат примером множеству поколений. А звучит как фраза из какой-нибудь игрушки. Ой, я что-то не то сказала? В каждой реплике они друг друга подкалывают, но никак без этого они не могут. Ага, слизь. Понятно, здесь у нас уже новые монстры появились. Големы, червь. Личинка. Хорошо, отлично, здесь пока мы справляемся. Голем. О, как-то кисло у нас тут с големами дела-то идут. Вы, наверное, уже почувствовали, да? Вот лично я почувствовал, даже увидел это. Два голема. Черт подери. Вроде винтовка такая неплохая. Оу, перезарядиться надо. Так, погоди, вот так вот. На батарею нужно нажимать, чтобы... У него 5 зарядов всего. Превращает в какого-то слизня. Хорошо, 25 кредитов забираем. И у нас открываются дополнительные комнатки. Так, давайте-ка, может быть, что-нибудь с вами другое поставим. Ракетница, винтовку мы не будем. Вот разрушитель еще есть, но в нем мало патронов, всего 14. Ну, давайте проверим, как она в бою. Бронебойные. Так, картечь. Вот здесь проверим сейчас. О, довольно... Оу, тут один заряд. Понятно. Да что ж такое-то, все время забываю перезарядить. Так, 50 кредитов забрали, хорошо. И еще один червь. Перезаряжаемся. Главное не забывать перезаряжаться, ребят. Потому что за каждый пропущенный ход у нас отнимают здоровье. И все, получается, мы здесь зачистили. Уровень пройден. Как это? Подожди. Ой, я, видимо, что-то где-то упустил. Не все зачистили, но зато зарабатываем кейс. И переходим на 18 уровень мы с вами. Так, у нас с вами кейс есть, да? Может быть, снайпершу взять. У нее у снайперки неплохой дамаг. Что здесь у нас? Ага, ураган.
топливо, ракеты, дробовик и обойму получили. У нас для автомата, наверное, больше всего патронов. Вот теперь я в раздумье. Или брать командоса, который у нас с дробовиком, вы сами прекрасно знаете, довольно неплохо он шпарит. Так, самый мощный. Ну, так, как бы и хорошо, и плохо. А медик у нас справляется с бензопилой. Вот чем плохо, когда у нас много наемников. Не знаешь, кого выбрать и кого прокачивать. 85 урона дает винтовка у нашего снайпера. Так, ну что же, наверное, будем пробовать ей пройти. В этих лабораториях велась разработка самой мощной плазменной пушки БФГ. Если на этой пушке не предусмотрен снайперский прицел, то она просто отстой, согласен. И она обязательно должна стрелять очередями. Каждый на себя тянет одеяло. Так, что у нас тут? Ракеты, слизь, личинка там лежит. Так, кредиты, опять кредиты, личинка и паук. Как говорится, минус паук, минус личинка. Здесь то же самое. Вот все хорошо у снайперши, но единственный недостаток, что она может стрелять только в одиночную цель. Она не может, например, уничтожать сразу группу монстров, как это делает у нас чувак с дробовиком или с плазмометом. Но зато если она стреляет, то уж поверьте мне, сразу наповал. Так, и у нас тут еще голем. Все, а нет, смотрите, скордер. Надеюсь, все? Нет, по-моему, не все. Ёлки-палки, я так и думал, что будут еще комнаты, а. Ладно, давайте паука прибьем. Тут у нас еще один паук и голем. Конечно же, нужно стрелять вначале в самого мощного. Да что такое? Почему? Ну, ноль, ребята, нужно вот так вот делать. Там было указано, что надо добивать в рукопашку. Ну, вот, в принципе, и выход. Давайте мы, наверное, сейчас с вами слизняка вот этого еще прибьем. Личинка, точнее. Да ё-моё! Забыл переключить на оружие. А вот теперь можно отсюда и выходить. Да, все отлично. На 100% пройдена у нас эта лаборатория. И дают нам кредит. Ну, тут, в принципе, не важно, что нам достанется. Конечно, хотелось бы побольше кредитов, но не судьба. Ну вот, видишь, больно совсем не было. Враг заплатит за каждую каплю моей пролитой крови. Так точно, командир, за каждую капельку крови, за каждую пролитую слезинку. Я не плакал. Наверное, это из-за твоих препаратов. Конечно, бойцы не плачут. Бойцы сражаются. И у нас тут призраки. Так, погоди, перезарядиться. Все время я забываю следить за контролем патронов в своей обойме. Что-то как-то маловато дают кредитов, вы не заметили, а? Очень мало. Ага, топливо для бензопилы. Призрак и падальщик у нас тут. Ай, как же надо выработать это до автоматизма, чтобы поглядывать на свою обойму. Так, отлично. Здесь у нас, ох, ракеты, это понятно. Тут у нас что? Обойма. Блин, призраки-то ладно, с ними легко. А вот со слизняками с этими как-то не айс у нас получается. Так, тихо. Ёлки-палки, очень мало хп у нас. Очень мало. Я даже не знаю, что делать. Червь. Оу. Вот так вот, ребята. Не все так просто, как казалось бы. Практически на раз заколбасил этот слизняк нас. Так, ладно, давайте повтор тогда сделаем. Это мы уже с вами читали. Блин, хорошо, что здесь мы не умираем, а как бы просто перепроходим уровень заново. И причем уровни все время меняются, они регенерируются в реальном времени. Так что одинакового здесь нам ничего не достанется. Так, гнилой гуль. Ну, с ними еще как-то попроще, я смотрю. Так, опять гнилой гуль, но тут еще и паук.
Хорошо. Давайте-ка. Начинать надо, я так понимаю, с самого сильного врага, потому что слабенькие они и наносят урон мало, и разбираются довольно быстро. А вот крепкие враги, конечно, дают... Оу! Так, отлично. Тут нам повезло, что пауки. А представляете, если бы здесь были слюзняки? Было бы, наверное, плохо бы нам. Тут еще у нас что-то должно лежать. Ага, подхил есть. Кредиты, паучок. Разбираем его. И все, можно забирать. Ага, конечно. Гнилой гуль появился. Топливо для бензопилы. Ну а теперь уже, по-моему, точно все. И, наверное, можно отсюда убираться. На 100% пройдена эта лаборатория. Да-да-да, так оно и есть. И вот хочу кейс. Конечно, так мне и дали кейс. Губежки, как говорится, закати обратно. Ух ты, а это что такое? Что-то новенькое, ребят. На радаре что-то указано. Картечь. Еще картечь. Блин, черви. Так, давайте-ка призрака убьем. Оу. Щет. Да ё-моё, я все время забываю перезарядиться. Так, паучок. Ну, его быстрее. А, это даже не паучок, это падальщик у нас. Червяк. Он еще умирает, после себя оставляет личинку. Гаденыш. Призрак. Так, опять червь. Подхил. Слушайте, ну мне вот что нравится, что она очень замечательно критует со своей винтовки. Вообще просто на ура. Так, а вот и выход у нас, отлично. Ага, здесь у нас кредиты и опять же червяк и паук. Да что ж такое, падальщик это, а не паук. Ну выглядит же он как... Да ё-моё. Выглядит же он как паук, согласитесь. Так, тут у нас слизь, ракета и кредиты. Можно сказать все. Только, если честно, я... Хотите восстановить запас здоровья? Да не надо, у нас пока вроде бы все отлично. Только я так и не понял, что это у нас такое было за задание. Ну, прошли, и ничего такого особенного здесь не было. Опачки, опять она появилась. Хм. Может быть, это просто как бонус. Оу, скаут, уникальный наемник. Кредиты, 500. Топливо. Так, обойма для автомата. И... изверг. 170 хп и 17 к атаке. Вот это да, вот это монстр уже начинается тут у нас. А вот, ребята, и груз доставлен к нам. Ага. Укольчик в сердце. Блин, давайте улучшим. Опа, третий уровень. И отправим. 5 ходов ждать. Ух. Так, а вот у нас новый наемник, который нам дался. Это скаут. Бонус к урону при использовании пистолета. Да ладно тебе. Пистолета? Это же, я считаю, что самое ничтожное, что может быть, это пистолет. Не хочу. Так, наемник, ты у меня спец по автоматам, да, значит? Пулемет, что-то вообще 35, слабо как-то. Так, 145. Ураган. Хм, 120 к атаке. Три цели уничтожает, ребята, сразу же, с выстрела. Не кисло, я считаю. Так, ну, дельта-десант, по-моему, он заточен под это. Под вот эти все плазменные пушки, под тяжелое оружие. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, конечно, я чего-то и путаю. Ну, что же, давайте... Эй, друзья, я уже здесь! Привет! Интересно, а в чем подвох? Эй, друзья, я уже здесь! Ее просто никто не заметил. Вот в чем подвох. Что она есть, что ее нету. Так, кредиты, это хорошо. Зомби. Ох, ё-моё, нифига, на 480 бомбанул. Малорик. Класс, пушка, ребята, мне она вполне нравится. Ё-моё, просто никаких шансов у монстров нету. Но единственное, что мне обидно, у него очень мало патронов. Всего 33 ракеты.
Не знаю, правильно я делаю или нет. 3 штуки для батареи получили. И 2 ракетки, это хорошо. Просто замечательная пушка. Я от нее тащусь. Так, падальщик. Хотел переставить оружие, а забыл, что он только одно может с собой носить. А так было бы неплохо, да, если бы у него было 2 пушки. Например, там, пистолет, грубо говоря, и тяжелая винтовка. Чтобы можно было в любой момент поменять. Так, вроде бы все, да? Да, сделали зачистку. И миссия пройдена. На отлично у нас пройдена. Хочу сундук. Дай сундук, дай сундук. Конечно. Ну, кредиты тоже неплохо, жалко, конечно, что мало. И у нас 22-я миссия на кону. Ух, сбегать что-то сюда. Посмотрим, что нас в этот раз будет ожидать. Ёлки ты палки, да ладно, сколько их тут, посмотрите. Бум, а червяк выживает, гад. Жаль, жаль, конечно, что не сразу он его убивает. Ну-ка, давайте-ка сюда. Блин, 3 раза нужно выстрелить, чтобы уничтожить. Вместе с его личинкой потом еще. Так, не напасемся мы, по-моему, боеприпасов. И, конечно, еще здесь хотелось бы, чтобы можно было бы в магазине покупать себе те патроны, которые мне нужны именно вот в данный момент, да? Нужны мне ракеты, чтобы я их мог купить, а не просто искать здесь по карте. Это бы как бы облегчало бы жизнь. Опа! Просто в салак каких-то сажа, слизняк. В общем, сейчас должен их с выстрела. А, нет, нет, ребята, вот так вот. Вот так вот их просто превращаем в ничтожество. Хотите восстановить запас здоровья? Нет. Опять червяк с падальщиком. Блин, меня этот червь смущает. Ну, смотрите, сколько надо в него полить. 1, 2 и 3. 3 патрона. Все, у меня, кстати, кончается ракетница-то, ребят. Чем потом будем воевать? Ума не приложу. И кредитов дают мало. У нас спец по кредитам — это кто? Это самый первый наемник, который может из 15 кредитов сделать 50. Я, честно говоря, думал, что здесь их будет кучка. Но они почему-то в разброс все идут. Все, ребята, потратил я последние. А нет, еще две есть еще ракеты. Ай, даже не знаю, что делать. Да, да. Не айс. Разрушитель может попробовать, а? Он за выстрел уничтожает 3 цели. Так, ай, забываю перезарядить. Ага, стимулятор дали мне и картечь. Хорошо. Здесь скорпион и падальщик. Просто на выстрел. И еще стимулятор. Так, забираем. Здесь у нас скорпиончик. Нет, я уже... Блин, да сколько их тут? Просто на выстрел уничтожаю. Кстати, 5 последних зарядов у меня осталось на этой винтовке. Вообще шикарная штука. Даже лучше, чем которая до этого стояла. Так, давайте-ка я лучше поменяю. Не будем мы на каких-то там паучков тратить плазменный заряд. Ну-ка, заколбасим. Просто на ура. Слушайте, а бензопилу это мы, кстати, с вами и не пользовались. Я ее потенциал и не знаю. Надо будет испробовать. Так, миссию прошли. Да, ничего полезного нету. Хорошо, хоть кредиты дали. У нас на автомат очень много и так обоим. Так, а здесь у нас 22-я миссия, ребята. Ух, я даже не знаю, что и делать. Так, винтовка 85. Угу, а если мы увеличим? 90. А следующая дает еще 10 единиц к прибавке к урону. Так что есть смысл над этим подумать, покумекать, но опять же очень нужно много кредитов. Тебя никогда не мучила совесть, когда ты выпускаешь 100 пуль в мутантов? И единственное, что я чувствую во время стрельбы, это отдача. Достойный ответ, в принципе-то. Ладно, ребята, не будем тут раскисать. У нас впереди гули. Шикарно. Когда моя снайперша стреляет по одиночным целям, ей нет равных. Но вот когда попадаем в кучу их, вот здесь мы пасуем. Причем довольно сильно.
Видите, вот паучка мы сразу убиваем. То бишь нас никто во время этого не атакует. А вот здесь вот приходится туго. Пока мы стреляем в одного, нас атакует другой. Так что вот надо будет это намотать себе на ус. Что для массовых лучше кого-нибудь брать другого наемника. Но во время игры мы уже поменять не можем с вами. Что такое-то, не пойму. Странно, я не мог убить его крит ударом. Почему? Хм, здесь получилось. Так, картечь 10 получаем с вами. Так, выход мы нашли. Паучка убиваем. Выполняем тем самым два задания. Паук, еще паук. Ну вот, паучки это самое легкое. Вроде бы как зачистили, да, с вами? Все, можно смело отсюда убираться. Ага. Что тут у нас? Дайте кейс. Оу. О, наконец-то меня услышали. 23-я миссия у нас корячится с вами. 85% от здоровья. Еще одну миссию мы пройдем с вами и получим карты. Так, 2000 кредитов. Тут 3000 кредитов. Ух ты. У нас 6000 кредитов. И это хорошо. Мы можем что-то с вами потом проапать. Давайте еще глянем кейс. Карты. Так, кредиты. Батарея. Топливо. Ну, вот топливо и... Ага, винтовку получили. И пистолет. Ну, пистолет это вообще, я не знаю, мне прям аж нервирует он. Ух ты, 7000 кредитов у нас. Может, бонус повысим к урону? Так, и здесь. Хм, у меня на данный момент снайперша самая прокачанная. И это хорошо. Так, ну-ка давай-ка вот так вот мы продадим с вами излишки на самом деле, да? Зачем нам тут, извините меня, целая куча пистолетов? Тем более, которые уже к тому же слабые. Так, винтовка. У нас их две, они абсолютно одинаковые, поэтому можно будет потом продать одну. Так, ну что, выполнили задание. Отлично. Я вначале думал, что их можно как-то скрещивать, одинаковое оружие, а на самом деле получается, что нет. Мы просто находим и излишки можем продать. Следов демонической активности не обнаружено, в этот раз все будет гладко, говорит наемник. Арх, монстр прилетел. Рок-н-ролл! Наемник весь навеселе. О, случайное событие. Внимание, произошла утечка ядовитого газа. Ничего себе. Случайное событие. Такого еще не было. Ну что же, давайте мы вот так сделаем. Червь. Ах, как же он меня нервирует. Да елки-палки, забываю все время переключить. Как так? Не понял. А почему меня так быстро заколбасили-то? Ё-моё, снайпер, походу, здесь не катит. Очень мало ракет. Здесь тоже зарядов не ахти. То же самое и здесь. Ох, даже не знаю, будет ли от этого толк, ребята. Так, следов демонической активности нету. Рок-н-ролл, в общем, поехали. Оу, нет. Изверг. Поменять огнестрельное оружие на оружие ближнего боя. Это зачем? Для чего? Что-то я не понял. Юмора, да? Ну, пулемет не годится. Бензопила, потрошитель. 85 к урону. Хм. Ну, опять же, мы можем атаковать только одиночную цель. Жалко, что он не может сразу, например, три цели, да? Так, пробуем этим оружием. Так, так, так. Падальчик. Слушай, что-то не катит. Не катит вообще. Угу. А монстров там еще целая куча. А патронов очень и очень мало. Один заряд всего. Черт бы побрал бы, а. Ну не со снайперкой же идти, ё-моё. Оно ему не подходит. Бензопила. Ну, будем пытаться. Хотя все равно успевает нас атаковать. Черт бы их побрал. Я думаю, что мы здесь, наверное,
застрянем с вами. Оу, как у нас хпшки улетают. Ай-яй-яй-яй-яй, все очень и очень печально. Изверг и гуль. Да вы посмотрите, что происходит, ребята. Ой, как у меня мало жизней. Черт бы их побрал. Да что такое? Гейм овер опять. Слушайте, я даже не знаю, неужели мы встряли с вами. Вот тебе, как говорится, и легкотня. Дошли до своей точки кипения, блин. Снайперша, я не знаю, ну... Если ты не поможешь, я думаю, что уже здесь никто нам не поможет. Ух, хотя медик у нас хорошо справляется с бензопилами. Но, как видите, бензопилы здесь не катят. Просто нас зажимают и разбирают потихоньку. Наемник у нас с автоматами, совсем не то. Ага, к дробовикам. Может быть, попробовать с дробовика пошмалять, а? Ну, 35 дамага, ё-моё, ну это же ничтожно мало. Зато он повреждает все цели. Так, а медик у нас по бензопилам. 90 к урону. 90 к урону. Но опять же, одиночная цель. Я даже не знаю. Вот я сейчас, честно говоря, как бы мысли у меня путаются. Что лучше взять? Кого лучше взять, точнее? Снайпершу, десанта или медика? Ладно, может быть, все-таки попробовать снайпершей пройти. Так, здесь нам дали, что, бронебойные и просто патроны. Давайте, наверное, его сразу отправим. Пускай он пока летает. Будет нам что-нибудь додобывать. Транспортник. Ну, гад, монстр. Вот тебе и рок-н-ролл, наемник. Действительно, придется повеселиться. Так, это кто, гнилые гули? Так и есть. Ну, с гнилыми гулями мы еще как-то справляемся. Так, черви. Хорошо, хоть не эти, не демонические уроды. Справились. Пока все идет хорошо. Забираем. Так, давайте, наверное, червя... Оу, тут еще и гули с ним. Да ядрить ты... А, ё-моё. И все, опять мы с вами встряли по хпшкам. Да, и подхила у нас нету. У нас хилится только кто? Только медик. Хотите? Да нет, если бы вы дали бы мне здоровье, я бы с удовольствием купил бы. Эх, вообще ничтожно, ничтожно мало. 81 хпшка у нас. Нет, надо, ребята, кого-то брать другого. Это я уже какой? Третий раз не могу пройти. Дельта десант. Подожди, а... Дельта десанта, что у тебя в руках-то у нас там? Какой вид оружия? Ага, ураган. Ну, у тебя всего 3 заряда. Здесь 2. А тут 5 и 1. 6 получается. Интересно, далеко я уйду с 3 снарядами, а? Я думаю, что нет. Но зато, если мы зайдем в комнату, сразу шмальнем. Вот в этого, например. Нет, давайте. Опять я, по-моему, погорячился. Тут вообще патронов нет. Как так-то? Ведь написано же 6, а? Ну-ка. Слушайте, ну это фигня какая-то. Вы посмотрите, у него нет уже ни одного патрона. Угу. Только лишь топорик. А причем у топора, видите, атака 999. Так, ну, как-то еще завалили, ладно. Причем мы потратили на них всю свою броню. Вы сами представляете, что будет в дальнейшем. Давайте-ка поставим что-нибудь хотя бы другое. Ну, автомат, я думаю, наверное, не стоит брать, да? Или попробуем, давайте-ка. Хотя бы просто на пробу. Так, вот и выход у нас. Ну-ка. Кисло. Наемник бы, наверное, справлялся с этим. Как так? У нас еще столько хп было. Не понял. Только не говорите, что здесь какое-то время идет определенное. Ой, командос. Ну что же, мы только тебя еще пока не пробовали. С твоим дробовиком. Супер мощным. На 35 к урону.
Выбора нету, давайте пробовать. А вдруг прокатит, да? Хотя я почему-то сомневаюсь. Поехали. Так, Големыч. Да почему так кисло? Урон такой кислый. Так, личинки. На выстрел. Так, слизь бронебойные получили с вами. И тут у нас, ага, личинка. Ну, я смотрю, здесь хотя бы враги у нас по-божески идут. Так, погоди, перезарядимся. Ну, хп еще пока есть, хотя и тратится довольно быстро. Угу, все, приплыли. У нас, кстати, суперудар накопился, а вы помните, что этот удар замораживает врагов. Можем с вами воспользоваться, если будет какой-нибудь довольно сильный соперник. Можем его заморозить и расстрелять. Так, здесь кредиты, кредиты. Ну-ка, вот скорпионы и слизняки на раз. А вот черви и прочая нечисть. Еще видите, мы промахиваемся. Мисс, это промах. Так, тут у нас скорпион. Хорошо, голем со скорпионом. В голема нужно... Ага, здесь кританула просто. Обычно три раза нужно стрелять, да? Причем он еще потом трансформируется в обычного какого-то голема. Так, еще один големчик у нас тут. Надеюсь, он последний. Скордер, видите? Какого-то скордера превращается. Да неужели мы прошли, а? Да, все, зачислили. Но не подвел меня командос. Так что... Ух ты, тут в любом случае мы получаем с вами. И карточки еще получим. Давай. Скаут. Блин, ну почему скаут? Я не хочу скаута. Кредиты. Топливо. Изувер. Спасибо. Серверная, доступна для исследования. А где мы можем это исследовать? Вот что меня интересует. В нашем полку прибыло достижение, я получил. Так, скаут получает левел. Блин, он у меня уже получается второй уровень. Так, ну-ка. Кредиты, 1000, хорошо. Топливо, не очень хорошо. Бензопила, фигня. Картечь, пригодится. И опять бензопила. Лучше бы вы дали мне ракет побольше. Смотрите, второй уровень у нас скаут, и он со своими пистолетиками ни туда и ни сюда, как говорится. Лучше бы дали мне на снайпера или на командоса. И то больше бы было бы толку, да, в этом деле. Ну что же, давайте попробуем. 5 единиц в плюсе у нас сразу становится. И уже будет он бить не на 90, ой, не на 35, а на 40, да. Отлично. Так, давайте, наверное, продавать лишний хлам, который у нас тут накопился. Слушайте, довольно неплохо стоит, да, 400 кредитов. Дробовик. Нифига у нас накопилось-то их. Давайте силач продадим. И вот этот силач. Оставляем только самое нужное. Так, пистолетики эти тоже продаем. 200 кредитов стоит всего лишь. Автоматы. У нас очень много тоже автоматов всяких ненужных нам в данный момент. Оставляем самый мощный, это гроза М2. Ну, а они, в принципе, все идут по одиночным целям. Так что продаем. Продаем. И это тоже, хотя... Давай вот так вот сделаем. Оставляем. О, тут бензопил-то сколько? Сколько стоит? 300. Слушайте, это довольно хорошо. Цена такая приемлемая. Мы уже с вами доходим до 9000 кредитов. Будем с вами улучшаться. Ага, винтовка. Их две. Давай вот эту продадим. Одну оставим. И разрушитель у нас один. Все, с оружием мы с вами разобрались. Мы можем с вами, так, улучшить и здоровье, и, наверное, 96. Давайте дробовик еще. Плюс 10. А следующий плюс 16. Ух. Надеюсь, я сделал это не зря. Сейчас он у меня должен так шмалять, что и снайперша будет отдыхать в сторонке, плача. Давайте проверять его в деле
Надеюсь, я не зря в него вложился. Ну, в общем, слова здесь излишни, давайте проверять на личном опыте это все дело. И у нас здесь кто? Зомби. Ну, как-то насчет зомбарей у нас не очень хорошо получается. А и... О, ёлки-палки. О, медикаменты, вот это хорошо. Дальше. Блин, тут одни зомбари нас будут окружать. Раз, два. Короче, три выстрела нужно сделать по зомбикам, чтобы их уничтожить. Да ёлки-палки, тут чё? Лаборатория зомбарей? Ух ты, кританул, неплохо. Чё там? Картечная бойня. Открыли достижение с вами. Так, давайте-ка вот здесь попробуем. Отлично, замечательно. Так, у нас там, если что, есть подхил. Небольшой, но тем не менее. О, да мы и здесь получаем медпакет, что нас практически выручает в этой ситуации. Блин, критовал бы он у меня получше, а? Почаще, было бы вообще замечательно. Да что ж такое-то, а? О, ёлки-палки. Их просто здесь кишит. Так, ну, мы нашли выход. Видите, когда три раза надо стрельнуть, когда два. В общем, все зависит от удачи и от крита. Так, здесь еще двоечка. Угу, пока все хорошо у нас. Давайте подкрепимся маленько. Здесь картечь мы добываем. Неужели мы... А, нет, не прошли еще. Еще пока не прошли. Ага, еще стимулятор один употребили. И здесь у нас два паучка и зомби. Зомби готов. Да ё-моё, еще один. Точнее, еще три было. Обойма и кредиты. Ну, надеюсь, паучки это последний у нас. На выстрел. Так, нет, на два. Ух, вроде бы все, ребят. Зачистку мы сделали. И можно спокойно покидать это место. Миссия пройдена. Ну-ка. Ага, хотел кейс, но не получил. Жаль, конечно, жаль. Так, давайте, может быть, вот сюда сбегаем. Посмотрим, что нам на этот раз выпадет. Какое помещение. Гуль. Хорошо. Так, кредиты. Еще зомбарик. Так, ну, этого мы убьем. Паучка. Ну-ка, давайте-ка мы с вами вот здесь картечь. Паучка. Блин, должен был на раз выстрелить, но он почему-то очень часто промахивается. Тут все непредсказуемо. Три батареи, вот это хорошо. Здесь ничего не дали. Так, скорпиончик. Все, он готов. И последний, надеюсь, гуль. Во, батареи хоть пошли. Батареи, так же как и ракеты, очень для нас важны. Ну что же, прошли мы с вами миссию. Получаем кредиты. Конечно же, самые маленькие. Ну и, пожалуй, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Мы с вами остановились на 26-й миссии. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока. И до скорых новых видосиков. Удачи вам!